Сегодня утром центральная дорога Барнаула стала напоминать один большой каток. Все потому, что в районе пересечения улицы Никитина и проспекта Ленина вода хлынула потоком из одного из канализационных люков. На место приехала бригада водоканала, которая начала устранять повреждения. Правда, в пресс-службе предприятия нам так и не дали точный ответ, что же в итоге произошло. Впрочем, судя по объемам воды, вряд ли это был засор. Главное, что в итоге ни один дом не попал под отключение, как это было неоднократно пару недель назад.